Привет, вы на канале Тёмный Тёмный ТВ. Упс. Это мой телефон. И сегодня у меня есть самый Эндрю. Нет, вчера вышло. Но сегодня мы не играем с вами, а с Фортнайт. Что это такое? Это игра. Прикол. Начинаем вот такая. Вот ходы, вот такие фигурки, наверное. Ну, открывай. Бабушка попала в наше видео. По-моему, привезли наши диваны, которые мы ждем сегодня. Два часа. Так открывай только одну сторону, она сразу откроется. Поднимай. Не получается? Нет. Давай. Держи крепко. Есть. Угу. Поднимай. Да? А вот еще скотч. А. Я сама. Дай. Сама. Я тут не могу. А с другой стороны? Ты там отрезала, там где была дырка еще. Это не то. Это мы летели в самолете, и нам дали такие книжки, разукрашки всякие там. Да, я уже играла в эту игру, но все равно. Какое? Найди самолет, найди. Это... На польском языке. Так, достаем нашу игру. Вот они разные. У нас их очень много. Блять, миллион. Угу. Ой. Прикол так. Всякие. Такая огромная игра. Ух ты. Так, сейчас надо их ставить всех. Я буду ходить Эльзой. Вот, я хожу Эльзой. Так. Потом вот эту надо сделать. Вот она. Я уже забыла, как это. Не забыла. Нет. Я думаю, минут 15 ей будут. Да не так. Мне опять. Почему стол неровно стоит? Я это вижу. Вот так. Бабушка опять влезла в наше видео со своим столом. Мам, тебе кого? Олафа? Да. Там может играть 4 человека. Ну, мы играем. Два. Будем играть втроем. Почему втроем? Ты, я и я. И вы.
И вы, друзья. Нет, подожди. Вот, старт. Нет. Чего нет-то? Потому что там надо что-то. Что там надо? Вот, надо крутить. Я начинаю. Давай. Это не надо. У меня попалось два. Ну, давай. И начинаем. Вот отсюда старт. Вот это не считается, поэтому это два. Твоя очередь. Давай. На. Это внизу надо держать. Внизу держать? Да. Ничего не надо держать внизу. У тебя четыре. С чего я ее не крутила? Ты крутила вот. Нет, я не крутила. Вообще уже. У меня семь. У тебя один. Блин. Двигайся. Короче, вы поняли, друзья? Вся суть игры в том, что кому повезет. Ну вот. Походу я проигрываю. Раз, два, три, четыре, пять. Так. Главное уметь считать. Ты можешь снизу это делать? Снизу? Два. Как я могу так? Пять у меня! На мое место. Раз, два, три, четыре. Пять. А как ты пять считала? Откуда ты пять считала? Раз, два, три, четыре, пять. Вот. Эх, двоечница. У меня четыре. Четыре. Раз, два, три, четыре. У меня что? Один. Фу. Я скоро выиграю. Вот так это надо. А что вот это за голубые фишки? Зеленые, фиолетовые, что это такое? Так надо почитать, что ли? Мама, а это что это у меня попалось? Стоп! Ты стоишь на месте. Ну. Я кручу. Шесть. Уи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Эй! Ах ты ж! Так. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Четыре. У тебя один. Один. Ну почему мне вечно один? В общем, друзья, суть этой игры вы поняли. И Марго выигрывает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Потому что она ходит Эльзой. И вообще ей везет на эту... Поэтому покупайте такую игру. Прикольная штука. Вы, кстати, на канале Чупа-Чупс ТВ. Я уже говорила. Можно повторить, потому что ребята могут забывать. И подписывайтесь на канал Чупа-Чупс ТВ. Ставьте лайки. Но не дизлайки, а то не пришлю новые видео. И подписывайтесь на канал. Всем пока-пока! Пока!